Нижневартовские из-за инцидента в школе возбудили уголовное дело по признакам статьи «халатность». По версии следствия, причины, повлекшие развитие конфликта между подростками, могли быть недостаточные меры либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также самой школы. Они вовремя не пресекли конфликтную ситуацию. Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении 14-летнего школьника, который напал с ножом на сверстника. Сейчас потерпевший находится в реанимации с множественными ранениями. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, причинение тяжкого вреда здоровью предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подросток, к слову, уже вступил в возраст уголовной ответственности. Будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению конфликтной ситуации. По результатам проверки информации о том, что конфликт имел длительный характер, следователями будет дана оценка полноте и достаточности мер, принятых должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения для пресечения конфликтной ситуации и обеспечения безопасности учеников. Добавлю, что в межведомственную комиссию, которая работала в Нижневартовске с проверкой, вошли представители окружного департамента образования, а также региональной полиции. Вот как комментирует ситуацию главный внештатный педагог-психолог Ирина Мусатова. Цитирую. «Проведены беседы с детьми, родителями и педагогами. Определены болевые точки, которые требуют особого внимания, принятия управленческих решений. Как будут приняты все меры для повышения эффективности деятельности психологической службы в школе. Каждый ребенок и родитель должен иметь возможность обратиться за помощью. Также востребована помощь в разрешении конфликтов специалистами школьной службы медиации или примирения. В этом году в образовательных организациях Югры внедрена единая модель деятельности таких служб». Конец цитаты.